Ребята, находящиеся на лечении в противотуберкулезном детском санатории, узнают женщин из волонтерского движения «Доброе сердце» всегда, в каком бы они ни были гриме. Их сердечность и отзывчивость выдают добрые глаза. И потому каждого прихода волшебников ждут с большим нетерпением. Нас очень хорошо и тепло принимают, поэтому это самая благодарная публика, которую мы только видели. Праздники проводим не только здесь, но сюда стремимся с особым восторгом, потому что здесь действительно тепло, такое от детей заряд получаешь. Ну а волонтеры клуба «Доброе сердце» никогда не приходят с пустыми руками. Каждый раз после их визита в противотуберкулезном детском санатории значительно пополняется детская библиотека, и вместо старых игрушек на полках появляются новые. Подарки нужные для детей, именно вот для возраста дошкольного, прям вот то, что им нужно. Есть такие семьи, в которых и нету игрушек, то, конечно же, радость, веселье, хорошее настроение. Всегда болезнь побеждает. Ленин с кузнечанам с добрыми сердцами взамен не нужно ничего. Главная благодарность для них – это улыбки детей и вера в то, что их внимание и забота, несомненно, помогут малышам справиться с болезнью.